На сегодняшний день в России 1 миллион инвалидов по зрению. В Сочи тотально слепых и слабовидящих чуть более 400 человек. По крайней мере, столько официально зарегистрировано в местном отделении слепых. Многие из них молодые, активные и, как говорят сами, жаждущие вести активный образ жизни. Даже если будет человек 6 реально, которые смогут уже начать сейчас в этом принимать участие, то, как говорится, дальше будет больше. Потому что этот пример заразителен, он необходим. Это важное мероприятие, и очень хорошо, что администрация города поддерживает этот проект. Очень хорошо, что инициативная группа есть. Спасибо, что люди откликнулись, приехали из Москвы специально. Вот такое вот доброе дело у нас внедрить здесь, в городе. Сейчас задача организаторов социально-благотворительного проекта – найти всех желающих. Кстати, к слепым могут присоединяться и инвалиды по слуху. Согласие на участие в марафоне в темноте совершенно не значит сразу встать на беговую дорожку, подчеркивает директор проекта. На первых порах от участника требуется лишь желание вести здоровый образ жизни. Кому это интересно? Да? Кто, возможно, увидит в этом ценность? Ценность для своих детей, ценность для друзей? И дальше мы готовы предоставить свои знания тренеров, волонтеров для того, чтобы начать подготовку. Основная задача – это просто физическая активность. Первая тренировка с новобранцами состоится уже завтра на Цветном бульваре.